Еще одно важное обстоятельство, которое всегда, мне кажется, нужно учитывать, когда мы о третьем пути рассуждаем. Третий путь – это стандартная идеологическая уловка, которую используют фашистские партии. Везде, всегда. О третьем пути говорят фашисты в Турции. О третьем пути говорят японские фашисты. О третьем пути говорили все практически фашистские партии в Латинской Америке. Что за их, конечно, третий путь – это Муссолини, ну и, безусловно, третий путь – это национал-социализм. Национал-социализм, понимаете, распределение в интересах нации, немецкого народа в данном случае, или итальянского, или какого угодно народа. Кстати, здесь совершенно не обязательно национальная или расовая какая-то идея будет использоваться в качестве стержня, это может быть и вера. Точно таким же образом. Значит, это опасно. Это звонок моментально, поскольку я вот занимаюсь изучением правых и ультраправых движений достаточно давно, это вот тут же моментально должен флажок у каждого в голове срабатывать. Значит, как представляют себе эти люди единение труда и капитала? То есть для чего вся эта риторика нужна? Мы пытаемся примирить разные формы собственности внутри одного государства, и мы говорим, что вот все эти разговоры, кто кого эксплуатировал, это, в общем-то, ерунда. На самом деле... Вот эти марксистские бредни, да, что капитал, по сути дела, продает труд. Один человек продает труд другого. Что такое прибавочная стоимость? Это продажа труда по-крупному. Это на самом деле ерунда, что эксплуататоры и эксплуатируемые могут примириться во Христе, в почве, в расе, в нации, в крови и так далее. Вот. А для того, чтобы отвлечь от сути происходящего, собственно, от продажи труда одного другим, используются вот такие вот... разнообразные конструкции, лексические и смысловые. Это ремарка. Что касается диагноза ситуации у нас, я уже сказал, что во всем мире идет резкое обострение вот этих трений между империалистическими державами и нарастание противоречий внутри каждой из них. Разрушив социалистическую экономику у нас, эти силы, я далек от интерпретации Николая, применительно к тому, что происходило в 1953 году и что случилось с поздней версией социализма у нас. Я считаю, что произошла контрреволюция в 1991 году. Победили силы реакции, вызревавшие очень долго. Почему? Это отдельный разговор. Если хотите, можно об этом тоже порассуждать. По крайней мере, с читателями своими мы эту тему обсуждали. Я далек от мысли, что просто была выхолощена идея, все перестали читать Павку Корчагина. Нет, есть более фундаментальные причины. Давайте в следующем вопросе, допустим, поговорим о них. Но произошло крушение социалистического проекта, произошел откат, катастрофический для нас в цивилизационном смысле откат назад. Мы рухнули в реакцию, наполовину в феодализм, наполовину в дикий безудержный капитализм. И этот капитализм, безусловно, носит компрадорский характер. Безусловно, этот капитализм не собирается ни с каким транснациональным капитализмом воевать. И мы это видим постоянно и ежедневно, в том числе на примере кровавых и трагических событий на Украине. Этот капитализм изо всех сил, тушкой или чучелом, пытается сторговаться. В тот момент, когда сторговаться не получится, а тут я с Николаем согласен, сторговаться не получится, потому что дожимать будут, и дожимать будет совершенно не вот эта вот единая улица, да, а просто потому что есть много желающих поживиться. У немцев свои интересы, у американцев свои интересы, турки тоже не прочь здесь что-нибудь поделать, да и другие в стране не останутся, если что. Так вот, в момент, когда это произойдет, почему я говорю, что третий путь – это тупик, это катастрофа? Потому что социализм, и рассуждая об опыте Гоминдана вот в этом самом ролике, я пытался подвести именно к этому выводу. Если не воспринимаются все остальные аргументы, то услышьте хотя бы этот, что в мобилизационных условиях, в условиях внешней агрессии, в условиях, когда невозможно обеспечить существование в режиме ежедневного удовлетворения нарастающих потребностей для всех членов общества, в этой ситуации третий путь или разговоры о нем – это путь к поражению, это путь к катастрофе. И не способ, по сути дела, зачаточки этого третьего пути корпоративистского капитализма, они же в поздней царской Николаевской России, собственно говоря, и были. Что такое Петр Аркадьевич Столыпин? Да это оно и есть. Петр Аркадьевич Столыпин, которого русская фашистская газета, выпускавшаяся фашистской партией в Харбине, называла первый русский фашист. Так вот, это оно и есть. Но проблема-то не в том, что это узаконивает, замазывая разговорами об общности почвы, веры там, и всего остального, противоречия между угнетенным и угнетателем, а в том, что это
нежизнеспособная технология, она не позволяет защитить даже то немногое, что осталось. Она слаба, потому что она опирается на капиталиста в первую очередь, который всегда продаст, который всегда предаст, который всегда организует перебои со снарядами. У меня лежит на столе, я вот выступая недавно в Изборском клубе, упомянули, да, этот опыт вы тоже. Привел пример. У меня на столе лежит книжка «Гражданская война в Советском Союзе» под редакцией Сталина. И он там, ну уж не знаю, он персонально или кто-то под его началом, кто писал, он разбирает то, как было налажено снабжение углем фронта в годы Первой мировой. Он показывает, что корпорации, ну не могут они договориться, ничего планировать, все разваливается. И мы видим это постоянно. И, наконец, последнее соображение, и об этом я тоже в ролике о поручике Голицыне говорил. Для того, чтобы защищать свое отечество великое, свою родину, да, необходима идея, помимо базиса, хотя это связанные вещи, когда люди шли в Великую Отечественную на гибель, закрывали собой вражеские доты, они ведь, когда кричали за родину, за Сталина, они подразумевали не царя, не великого усатого человека, не русского Пиночета они подразумевали. Они подразумевали общественный уклад, при котором у каждого человека и у ребенка каждого человека был шанс в жизни состояться, к нему относились как к человеку. Посмотрите «Республику Шкит», почитайте Макаренко, вспомните, кем были те, кого мы считаем величайшими там, деятелями советской эпохи, Чкалова вспомните и других. У них за спиной был этот пример, у всех, у таджиков, у грузин, у русских, у белорусов. Они не только за какую-то... и не столько за конкретного человека шли умирать. Так вот, когда у тебя гоминдан за спиной, и это опыт Китая очень четко показал, потому что я вот, когда этот ролик делал, я прочитал не одну статью о том, как хозяйственная система у Чен Кайши была устроена. Ну, ничего не смогли сделать. Концессию железнодорожную отдали иностранцам, железнодорожную ветку проложить не смогли, оружие наладить производство не смогли, потому что кругом были свои маленькие круппы, свои маленькие национально сведомые, там, Китай, с точки зрения китайской национальной идеологии, абсолютно безупречные предприниматели. И была какая-то доля государства в экономике этой Чен Кайшиской. Но ничего же не получилось сделать. И вот когда человек знает, что за спиной у тебя такой гоминдан, никакого партизанского движения создать невозможно. Никакого Сидора Ковпака не будет на Украине до тех пор, пока каждый в Одессе, в Харькове и в других городах Украины будет знать, что ставки в Москве нет. Понимаете? А ставка означает не наличие сильного лидера, который может чего-то изменить. Вот мы должны очень четко понимать, что все в истории происходит не от личности, хотя роль личности в истории важна, не от индивидуальных качеств царя или бога или героя, понимаете, а от той системы, того уклада, которая связана с той или иной исторической личностью. И когда люди шли взрывать поезд фашистский в 42-м или 43-м году, они знали, что ставка есть, но ставка это не дядя с усами и не икона, летающая над Москвой. Ставка это другой тип общественного устройства. Именно поэтому люди шли и жертвовали собой на фронтах гражданской войны в Испании. А потом испанцы гибли на фронтах Великой Отечественной или складывали голову под Сталинградом. Именно это, отсутствие этой идеи, спекуляции на третьем пути, попытки примирить Божий дар с яичницей, в конечном счете заканчиваются катастрофой. В наших условиях, в нашей сегодняшней ситуации мы не имеем права позволить себе такую катастрофу. Но с другой стороны, мы должны понимать, что эта катастрофа очень вероятна. После заседания Путина и Медведев возложили цветы к памятнику Петру Столыпину, премьер-министру, реформатору, автору знаменитой фразы «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Монумент, созданный по инициативе президента, открыли сегодня на площади перед Домом правительства. Алексей Кондолуков продолжит. На памятник Столыпину собирали всем миром и кабинетом. Полтора года назад тогда еще премьер-министр Путин пустил шапку по кругу. Предложил членам правительства добровольно скинуться на монумент знаменитому реформатору. Это впервые мы собрали деньги народные, 27 миллионов рублей. Да, я знаю. 50 регионов. Мы тоже вынесли. Мы хотим продолжить на Первую мировую войну. Мы с Дмитрием Анатольевичем вынесли. Частные пожертвования также поступили из 50 регионов России. И вот сегодня памятник торжественно был открыт на площади Свободной России возле Дома правительства. Члены кабинета туда перешли
прошли сразу после своего последнего в этом году заседания. В нем принял участие президент Путин. Он отметил, первый этап становления пройден успешно. В правительстве Медведева сформирована профессиональная команда. Теперь нужно начинать работу без раскачки. Прежде всего, работу по претворению в жизнь всего, что было обещано на выборах. Люди шли на выборы в свое время, голосовали не только за конкретного кандидата, имею в виду в президенты, но и за программу, которую мы вместе с вами формулировали. Во всяком случае, со значительным количеством коллег, которые сегодня находятся в этом зале. И поэтому, безусловно, нужно нацелиться на то, чтобы все мы вместе работали над исполнением этих предвыборных обещаний. Не может быть так, что правительство работает само по себе, а обещания данной стране сами по себе. Если окинуть взором последние 12 лет, это самые масштабные задачи, которые стояли перед государством, которые формулировал президент, федеральное собрание, правительство. Почему это так? Ну, потому что просто пора эти задачи решать.